Уважаемый Рамзан Ахматович, мы, бойцы ЛНР, пишем это заявление непосредственно к вам с надеждой о помощи. Помогите нам, пожалуйста. После назначения вашего ставленника Апти Алаудинова, ваши бойцы сошли с ума. Они избивают нас, отбирают деньги у нас. Они грабят местное население, валят при этом все на нас. Мы не можем дальше сражаться так, плечом к плечу с вашими бойцами. Мы отказываемся воевать. Внесите, пожалуйста, правду. Наш товарищ недавно повесился за то, что его изнасиловали. За что? Скажите, пожалуйста, мы воюем в одной войне, мы воюем за одну идею. Почему мы страдаем от ваших ребят? Объясните нам, почему, за что? Извините, пожалуйста, мы все-таки думаем, что вы человек чести и совести, вы найдете порядок в своих войсках, примете правильное решение и не будете обижать ваших братьев по оружию. Еще раз извините.